О, змея, это прекрасно. Это вот такая башка, потом такая... Это же змея. Да ж серьезно, вот так сразу, быстро, змея. Это хорошо, это весело. Это гриб. Ну что тебе в моем грибе не нравится? Вот это гриб, грибочек. Вот он в лесу растет, стол. Далее, всем привет, с вами Майерой, снова квикдроу, короче, быстро рисуй, как говорится, боремся, опять Бояра борется с нейросетями Гугла. Нам нужно нарисовать то, что нам предложит нейросеть. Она должна угадать, мы должны нарисовать, должны посмеяться, не знаю, но у нас уже была такая пару серий. Она прикольная, она знаешь, такая расслабляющая. Тут нет музыки, поэтому я что-нибудь тут наложу, там три-та-та. Я сейчас сижу как дурак, короче, вообще без музыки, без всего. Но ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик. Короче, поехали. Ну, весело, на самом деле, сэндвич сложно, у нас такого не было. Говорят, просто опять появились новые задачи, задания, рисунки. Давайте пробовать. Сэндвич это что? Это ломать на нем колба. Ну окей, давай. Сэндвич это хлеб. Может, это на нем, смотри, клавиатура. Какая клавиатура, смотри, колбаски. Или зубная щетка. Не. Может, колбаски. Это ремень. Тут это... Или спаржа. Ну как это называется? Это или латук, домашняя печь. И вот еще хлебушек. Может, это зубная вот, паста. Вот это хлеб! Или это сэндвич. А как ты сэндвич-то хотел узнать? Змея это идей. Легко. Змея это прекрасно. Это вот такая башка, потом такая... Это же змея. Да ж серьезно, вот так сразу, быстро, змея. Телефон. А какой? Вот опять вопрос, какой телефон тебе нужен? Современный, это вот квадратик с точечкой. Либо тебе нужен прямо старинный телефон. Давай старинный телефон нарисуем вот так вот. Может, раз. Это пруд. А, вот так. Или вот. Или плавательный тут, бассейн. Тут вот такие вот эти. Или наборчики. Может, это пицца. Здесь вот так. Или вот такая, такая вот штука. Да, это телефон! Телефон! Конечно, да, может, телефон! Это телефон! Трамбон. Ты что, дура? Я же... Увы, у меня нет никаких идей. В смысле? Она сама сказала, что это телефон. Ну, книга, это понятно. Давай нарисуем раскрытую книгу. Вот так. Может, вот так. Это река. Вот так. Вот это так. Паспорт. И вот так вот. Это вот, же вот, книга. Ну, конечно, это тетрадка, на самом деле, не пикап. Пикап это что? Пикап это съем без правил, это когда ты подходишь к девчонке и говоришь, а, привет, детка, я крутая, хочешь пойти со мной? Или пикап имеется в виду? Типа автомобиль. Может, вот такой вот. Это окружность. Типа вот, ну. Или браслет. Уроки рисования с Боярой. Или мотоцикл. Оп. Может, это автомобиль. Конечно, автомобиль. Да это вообще гениальный пикап. Это был мышь. Какая мышь? Мышка или мышь? Ну, блин, я не знаю как. Ну окей, это вот такая штучка. Может, здесь вот это такое трамплин. Ушко. Или здесь американские это горки. Бегемот. Нет, это бегемот. Это же мышь. Это не мышь, это была какаха. Это вот реально. Что тебе не понравилось в моем сэндвиче? Что? А я что нарисовал? Вот сэндвич. Это не сэндвич, это бургер. Это палатка. Это палатка, не знаю, чем. Так это все сэндвич. Это снова палатка. Это не... Ну, сэндвич. Она предполагает, что сэндвич... Она, окей, нейросеть. Она предполагает сэндвич, что это что-то треугольное. Но это неправильно. Сэндвич. Вот истинный сэндвич. Это бутерброд. Баттерброд. Масло, хлеб. Ты понимаешь? Окей, хорошо. А что там я еще не угадал? Телефон. Что тебе не понравилось в телефоне? Ну вот, я точно такое нарисовал. Ну, я же говорю, ей надо было нарисовать современный телефон, понимаешь? Ее нарисовали современным вещам. А кто будет вспоминать о том, что телефон когда-то был такой? Смотри, телефон. Телефон. Что ей не понравилось? Она даже сама догадалась, что это телефон. Вот, один в один. Это неправильно. Где истоки? Пчела. Пчела. Ну, это что-то такое... Крылышки такие. Может, это бита. Я начну посложнее. Или ложка. Какая бита? Или сковорода. Это шмель. Вот, пчела. Или кролик. Вот, пчела. Может, это река. Жало, смотри, жало. Это же пчела. Ну, конечно, это пчела. Что же еще? Медведь, это сложно. А сможет она угадать? Смотри, в детстве вот такой может, прикол был. Раз, это небоскреб. Два, три. Или стрелянка. Четыре, смотри. Раз, два, три. Раз, может, два, три. Это камуфляж. Раз, два, три. Нет, это медведь. Или кактус. Это медведь сбирается по или дереву. Река. Смотри, абстрактно. Это медведь сбирается. Это не снежинка, это медведь сбирается по дереву. Ну, это медведь сбирается по дереву. Это вид сзади. Как увы, бы ты смотришь только спереди. Нет, шестиугольник. Никаких ну, окей, идей. Хорошо, шестиугольник. Раз, два, это три. Это же шестиугольник. Четыре. Да я два угла только нарисовал. Где тут было шесть? Стейк. Стейк это что-то вот такое. Может,
это луна. Вкусная вот такая вот. Здесь вот косточка. И вот он такой поджаренный. Это же стейк. Ну конечно, стейк это вкусняк. Но опять книга. Книга это была. Быстро. Может, это зигзаг. Это же книга. Это не книга, это хер. Арфа, опять начинаются музыкальные вот эти вот вопросы. Арфа. Это вот что тут такое? Может, это банан. Это не банан. Или уличное освещение. Арфа! Это же не... арфа. Серьезно, так это не арфа, это было окно. Вот смотри, как медведи рисовали. Ну, это лицо, это морда медведя. Ну вот это хорошо, это похоже на медведя, согласен. Это Тедди Бир. А кто-нибудь нарисовал этого Теда из... Это свинья вообще. Это неваляшка, но это неправильно, опять же, все. Как рисовали арфу? Ну, я примерно так... Я вот на самом деле что-то примерно такое хотел нарисовать. Ну, надо было в объеме это сделать, окей, в объеме. Пчелку, как рисовали пчелку? Ну, то же самое. Но это шмель все, это не... Это все не пчела, это все шмели. Это все шмели. Вот это что такое? Это хорошо, это весело. Это нормально, ладно, продолжаем. Окей. Ну, Зончик тут играет у вас. Трамплин. Трамплин. Давай по-сложному. Давай сделаем по-сложному. Это небоскреб. Смотри, оп. Или стул. Оп. Или люстра. Смотри, тут человечек. Или американские горки. Смотри, тут человечек. Может, это лыжи. Жираф. Палочки. Ума не приложу. Палки, что вот. Это? И трамплин пошел, вот туда, вот туда, ну это трамплин! Увы, а как тебе трамплин-то надо было взять? Фонарь. Это уличный фонарь, по-моему, да, ей может, надо было нарисовать? Это уличное освещение. Нет, хорошо, другой фонарь. Я в замешательстве. Фонарь... Нет, отмена. Фонарь ей надо рисовать, это фонарик. Может, ей нравится, сканья. Когда я рисую фонарь, или это фонарик. Вот, пожалуйста, клавиатура. Вот свет, фонарик. Или всё. Ручной фонарь. Ну, вот здесь... Да а какой еще ты фонарь? Увы. У меня нет она никаких идей. Она реально научилась новым словам. Раньше, в прошлой серии, фонарь — это был фонарик. Уличное освещение — это уличное освещение. А теперь ручной фонарик появился. А какой тогда фонарь? Я понимаю, какой фонарь надо рисовать. Окей, самолет — это фигня. Самолет — это вот так. Может, вот, два крыла. Это пруд. Вот так вот и или иллюминаторы. Туалет. Иллюминаторы, вот. Это же самолет. Ну, это самолет, это сразу понятно. Саксофон. У нас с ней были... Очень большие, так сказать, не безотлагательные разногласия в плане музыкальных инструментов. Музыкальные инструменты нам обоим не давались. Может, это окружность. Нам прямо обоим не давались музыкальные инструменты. Это же саксофон. Ой, хорошо, она запомнила, как я рисую. Лист чего? Лист бумаги? Нет, это скорее всего листочек. Это скорее Может, всего листочек. Это перо. Это не перо, это лист. Это же лист. Так, да, вот, конечно, молоток. Ой, это вообще легко. Я его рисовал как? Я молоток рисовал вот как-то вот так вот, типа вот... Может, вот воздадёт. Это каноэ. Потом... это не каноэ. Может, это шайба. А, вот или так. Ремень. Вот. Ну, молоток. Это же молоток. Но это, опять же, не молоток, а киянка. Ну, ладно, хорошо. Что тебе не понравилось в моем трамплине? Это зебра. Это кошка. Американские горки. Ты издеваешься. Google, ты издеваешься. Это трамплин для прыжков в бассейн. Я знаю, что такое... Трамплин для прыжков в бассейн. Это не оно. Это стартовая, называется стартовая доска. Вот это идеально, кстати, нарисовал бы. Окей, запомнили. Трамплин для нее — это что-то связанное с бассейном. Хорошо, окей. Я, кстати, сегодня в желтом, как она тоже в желтом. Йога это легко. Это вот так, смотри. Раз-два. Это раз, зигзаг. Два. Вот, все, йога. Это же йога. Гениально. Йога мы опять пчела. Давай красивую пчелку нарисуем, вот как там, как она там Может, была такая толстая. Это окружность. Здесь такое вот это вот. Или пруд. Пынь. Или сковорода. Пынь. И или вот пошли мышь. Полосочки. Может, это кит. Да не кит, вот пчела. Надо спальный крылышки, мешок. Крылышки добавить. Это же пчела. Конечно, пчела. Толстая, но пчела. Подушка. Кровать. Может, это доска качели. Подушка. Или стол. Подушка. Или вот, кровать. Вот подушка. Да, кровать, Может, но на ней подушка. Ремень. Вот я сплю на ней. Вот я сплю Может, на ней. Это сумка-холодильник. Да вот, подушка. Вот подушка. Или миграция вот подушка, животных. подушка. Да какая миграция Увы, животных? У меня нет никаких Мы идей. Мы сейчас еще одну фишку попробуем. Мне писали в комментариях, что нужно рисунки попробовать писать словами. Угадает она или нет. Скейтборд — это легко. Это вот такая вот доска. Может, Оп. Это океан. Оп. Или каноэ. Оп. Это же Оп. Скейтборд. Ну-ка, ну, скейт это легко, качели это вообще легко. Это вот так. Вот Может, так.
Вот это так. Скамья. Здесь упор. Или палатка. Нет, это не палатка. Это же качели. Ну да, когда я нарисую это качение. Она не увидела. Пикап опять. Пикап опять был. Пикап был. Давай. Может, не отрывай. Рисуем, не отрывая руки. Рисаем, или рисуем, очки. Не отрывая руки. Или автомобиль. И вот здесь вот так было. Это же пикап. Что? Тебе не понравились мои подушки? А, вот это красиво. Ну, здесь рисуют, тут рисуют художники. В этой нейросети специально, видимо, загнали миллиард художников, которые рисуют. А как быть нам, простым людям, которые не умеют рисовать, которые в руках мышку только держат и никогда кисть в жизни не держали? Ну, это не похоже. Ну, ладно. Согласен, согласен, не похоже. А, пруд это легко, смотри, рисуем. Пруд это прям по моей части. Может, я пруды это облако. Делаю. Вот смотри, тут травка. Или кустарник. Тут травка. Это же тут пруд. Тут травка. И вот водичка. Вот тут вот. Ну, водить, дорисовать. Ну, вертолет. А не отрывая руки, смотри, рисую. Может, лоб. Это звезда. Вот так. Вот так. Или галстук, вот бабочка. Так, вот так. Все. Или велосипед. Это. Может, это ножницы. Это вертолет. Или мотоцикл. Это вертолет. Или Или браслет. Это вертолет! Может, это комнатные растения? Какие ком... Увы, она не понимает. У горох меня нет никаких такое идей. Рисовали. Горох... Это вот такой вот стручок. Может, это и в нем... стручковая фасоль? Так да, тебе что Я надо? Я в замешательстве. Это же горох посевный. В чем разница между фасолью стручковой и... Опять пчела. Ну опять пчела, серьезно. Рисуем толстую пчелу. Может, вот жало. Это плавательный сразу. Вот, бассейн. Вот штуки. Такие. Или рыба. Тут, это не рыба. Может, и это пчела. Дракон. Одной рукой. Или крокодил. Вот. Или вот, пальма. Вот. Ясно. Может, это сад. Ясно. Пчела. Может, это пчела. Это пчела. Это пчела. Вот, оп, или окружность. Оп. Или снеговик. Лягушка. Хорошо, это не лягушка, увы, это был снеговик. У меня нет никаких идей. Олаф, ведро. Может, ведро. Это окружность. Ну, вот это. Так, стоп. Это же снеговик. Стоп, в прошлый раз мы не нарисовали телевидение. Почему? Потому что она сказала, это телевизор. То есть рисуем телевизор. Может, это уличное освещение. Рисуем телевизор. Или стирательная резинка. Это не стирательная резинка, или это телевизор. Может, это телевизор. Это тостер. Это телевизор. Или дом. Телевизор, вот здесь это кнопочка. Это же телевидение. Ну вот, это микроволновка. Почему ты вертолет не угадал? Ну а что? Ну вот я не такое нарисовал. Вот тоже один в один, ты понимаешь? Вот, один в один был нарисован, только еще и не отрывая от руки. Ты понимаешь, как это сложно, не отрывая руки. Остальное все угадал. Пчелу не угадал. Ну пчелу это понятно, потому что мы уже прикалываемся. Ну вот это вот что? Это то же самое, что я нарисовал. Вот это гениальная пчела. Можно мне ее на превьюшку как-то забрать? Она просто гениальная. Человек, если ты смотришь это видео, и ты нарисовал эту пчелу, это просто гениально было. Так, давай теперь попробуем словами, реально. Ёж, окей, смотри, ёж. Может, это зигзаг. Ёж. Или барабан. Ёж. Или снежинка. Это ёжик. Или солнце. Ясно, ясно. Может, это радуга. Или каска. Или фортепиано. Это же ёж. Ха-ха-ха! Топовый ёжик. Просто топовый. И освещает это понятно. Это вот так вот, это вот так. Может, вот. Это небоскреб. Подсвечник, тут вот такая капелька плывет. Ума не приложу, здесь, типа, вот так, что вот это. И вот здесь ветелек. Может, это маяк. Это свеча. Или уличное освещение. Это свеча, вот это воск. Или капает. Зубная паста. Так это свеча, вот. Может, вот. Это леденец. Вот, так это свеча, идеальная Увы, была свеча. У меня нет никаких чем идей. Обычный торт отличается от именинного? Может, это окружность. Вот свечка. Или гамбургер. Бу-бу-бу. Это же именинный торт. Отлично, она хоть что-то угадала. Доска качели. Доска. Доска качели. Что такое доска качели? Доска. А, я понял, что такое доска качели. Окей, это вот такая вот штука. Может, это вот йога так. Это да. Же доска качели. Гениально, она типа туда-сюда. Это просто качели. Фургон. Чем отличается фургон от пикапа, я без понятия. Это вот такой вот грузовичок. Может, это скамья. Здесь есть два. Это же фургон. Да это... Это не фургон. Это еще был не фургон. Это был не фургон. Это был один из составов вагона всего лишь. А ремень. Это что-то вот такое. Может, это лебедь. Это не или лебедь, груша. Это ремень. Или картофель. Это или вот змея. Это не змея, может, это ремень. Здесь это бутылочная пряжка. Пробка.
Даже вот не догадываюсь, это ремень. Что вы рисуете. Это какая зуб... Это, конечно, ремень. Это зубная паста. Чем тебе свеча не понравилась? Это же ну ремень. Вот чем? Ну так я тебе два раза нарисовал одно и то же. Я, походу... Вот, даже воск нарисован точно так же. Я, походу, рисую слишком сложно для нее. То есть она воспринимает все предметы буквально. Легко и просто она воспринимает. Как ежей рисовали? Это кит. Ну, хороший ежик, это дикобраз, не надо мне тут, это реально дикобраз, это вообще ехидна какая-то, вот это ежик, хорошо, вот это прекрасный ежик, ладно, ладно, что там еще, яблоко. Может, вот это радуга, или луна, здесь или так окружность. Оп. Это же яблоко. Ну, это Apple, конечно, Apple. Вентилятор, насколько я помню. Смотри, она распределяет настольный вентилятор, насколько я помню, и потолочный вентилятор. Нужно сейчас быстро это делать, смотри. Вот это вот, вот это вот. Может, это леденец? Или цветок? Или нет, ветреная мельница? Ясно, понял, окей. На потолочный может, вентилятор. Это скамья. Раз, два. Или три, доска четыре, качели. Пять, шесть, семь, или восемь. Потолочный вентилятор. А тебе-то какой надо вентилятор? Тебе надо вот такой вентилятор, я да? Я в замешательстве. Не успел. Увы, у меня нет никаких идей. Это вот такие может, уши. Может, это окружность. Это уши. Даже не догадываюсь, вот что вы рисуете. Глаза. Я сейчас... Это же слон. Да я хобот еще даже не нарисовал гриб. Какой гриб? Окей, это будет белый гриб. Может, это шляпа. Белый гриб. Или песочные часы. Это белый гриб. И вот здесь травка. Или сумка. Может, это мангольфьер. Кто такой мангольфьер? Или бутылочная пробка. Это гриб. Это гриб. Ну что тебе в моем грибе не нравится? Вот это гриб, ума грибочек. Не приложу, вот он в лесу растет, это? Стол. Увы, у меня нет никаких раз, идей. Раз, два. Все, стол. Может, все, прекрасно, это стол. Окружность. Что? Это же стол. Вот это сложно. Я сдавал на права миллиард лет назад. Движение без листовки запрещено. Это перекрестие, да? Да? Это ведь перекрестие? Может, это окружность. Раз, два. Или браслет. Или колесо. Что тебе не нравится? Может, это баскетбольный мяч. Я понял. Мяч. Может, это скамья. Или зубная паста. Или будильник. Что тебе не нравится? Увы, да у как? Меня серьезно? Нет никаких идей. А я что нарисовал? Я просто не показал вот этот значок. То есть ей реально надо было круглый знак нарисовать, стоп. Ну, ладно, это мой косяк на самом деле. Вентилятор, я говорил, вот вентилятор. Ну, вот я его в первоначале нарисовал, она почему-то... Вот он, на потолочный вентилятор. Почему она его восприняла как обычный вентилятор? Что тебе с грибом? У меня идеальный гриб. Это мухомор, это не гриб. Это вообще гриб, который жрет Марио, чтобы вырасти большим и стать страшным, сильным. Вот точно такой же, вот точно такой же, вот точно такой же. Это вообще шампиньон. В прошлый раз она угадывала намного лучше. Так, все, собрались. 5 из 5 делаем. 5 из 5 пончик, это легко. Пончик, это вот так. Может, это вот окружность. Так. Это тор. Нет. Или стоп, браслет. Стоп, пончик слишком. Может, пончик должен это быть луна. Вот это же вот. Пончик. Вот, идеальный пончик. Небоскреб, смотри. Это большой. Может, дом. Это уличное освещение. Конечно, это небоскреб. Это же небоскреб. Рамка чего? Ну давай, окей. Может, типа рамка это для фотографии. Кустарник. Или бутылочная пробка. Это рамка. Да, это да, же это рисую, рамка. Да, это рисую, хорошо. Кто такой мангольфьер? Я не помню, я в тот раз гуглил это или нет, но кто такой мангольфьер? Давай я быстро сейчас загуглю. Мангольфьер. Я прямо сейчас, смотри, скажу. Окей, Google. Мангольфьер. Мангольфьер, ага. Кто это? Ну, показывай. А, это воздушный шар. Окей. Ну я серьезно не знаю, что это. Кто нормальный человек знает, что такое мангольфьер? Я знаю воздушный шар, окей. А мангольфьер без понятия. Может, это вот так вот раз. Это скамья. Два, три. Или радио. Это же мангольфьер. Конечно, это лангольер, блин. Ты смотрел мультик? Это лангольер. Ну свечу, у нас уже был. Так, как они там ее рисовали? Просто. Может, это гвоздь. Вот просто вот так. И или вот так. Небоскреб. Это же свеча. Но 5 из 5. А, 6 из 6. Тюрьма еще не было. Тюрьма. Это такое здание. Может, страшно. Это скамья. Здесь окна. Или квадрат. Вот.
Или открытка. С решетками. Или больница. С решетками. Может, это компьютерная здесь забор клавиатура. С колючей проволокой. Или зубная паста. Вот так вот еще забор. Может, с колючей это проволокой. Плавательный бассейн. И здесь забор с колючей. Увы, что тебе не нравится в моей идей. Тюрьме? А это не тюрьма, это заключенный. Это человек за решеткой, это заключенный. Я нарисовал в общем тюрьму. То есть это огромное здание, где сидят много таких заключенных. Что такое джейл? Джейл — это, видимо, заключенный, либо тюрьма. Это неправильно. Это, опять же, неправильно, я считаю, что... Ну, почему? Почему она так делает? Трубка. Трубка, хорошо. Может, это радуга. Или хлеб. Или автомобиль. Или гантель. Вот так. Может, это саксофон. Но это, нет, это или труб... заварочный чайник. Это трубка! Вот или они курят ее, вот здесь вот человек дует. Может, не знаю, вот это рот. Это гидромассажная ванна. Какая гидро... Увы, у меня нет никаких идей. Вот смотри, идей. Вот так, раз, два, три. Все, может, это зубная щетка. Это ремень. Это не ремень, зубная щетка. Вот или зубная забор. Щетка. Пожалуйста, вот я тебе так добавлю. Это же зубная щетка. Ага, окей. Стетоскоп у нас было, это вот пипка. Может, гибко, это компьютерная вот клавиатура. Это почему? Это что? Это же стетоскоп. Она чему ее учат? Часы, хорошо, часы. Вот может, раз, два. Это окружность. Хорошо, это часы. Это же часы. Почему она везде видит клавиатуру? Вот треугольник, пожалуйста. Это пирамида, треугольник. Это не треугольник, это пирамида. Она везде реально... Да опять пчела. Пчелиный рой у нас сегодня. Вот, пожалуйста, может, вот раз. Это раз, два, три. Или баскетбольный вот мяч. Бз-бз. Это же пчела. Что, вот что тебе в трубке не понравилось? Это плавательная маска! Это плавательная маска, это не трубка! Это маска для плавания. Ее, вот реально, эту нейросеть неправильно учат. Трубка, это вот это делает. Трубка. Трубка, это вот трубка, вот трубка, просто трубка, стержень, трубка. Это плавательная маска. Либо это элемент для купания, ныряния, потому что здесь есть и маска, и трубка. Я не согласен, в корне не согласен. Если ты тоже не согласен, пиши в комментарии, что фу-фу-фу. Ежевик, без понятия, это просто малина черная. Может, это облако. Или арахис. Окей. Это же ежевика. Как она определяет разницу между малиной и ежевикой? Потому что разница только в цвете. Реально, разница в цвете. Может, давай в 3D нарисуем. Ума не приложу. Это зубная что щетка. Это же зубная да, щетка. В 3D. О, это легко. Это легко, это вот так. Может, это скамья. Вот так. Или компьютерная клавиатура. Вот я опозорюсь, если она не поймет. Это же плавательный отлично. Бассейн. Это машина. Чем она отличается от стиральной может, машины? Это трамплин. Чем она отличается от стиральной машины? Или рамка. Вот она типа открыта. Может, это компьютер. Там посуда. Там внутри ноутбук. Посуда. Там внутри посуда. Это вот же я посудомоечная тебе... машина. Молодец, микроволновка. Это да, это вот так. Может, вот так вот. Это скамья. То же самое рисуем. Или компьютерная клавиатура. Чашечка. Это супа. Же микроволновая прекрасно. Печь. Лист, это уже было лист. Может, это ложка. Это лист. Это же лист. Это лист, глист. Лист, глист. Что? А мы все отгадали. 6 из 6. Прекрасно. Давайте еще пару раз заканчиваем. На звезда. На самом деле звезду, смотрю, как легко может, нарисовать. Это так, раз, это два, гора. Три. Да, это же не звезда. Та звезда, которую все... Вот с бородой у нас были проблемы в тот раз. С бородой у нас в тот раз были проблемы. Давай попробуем может, нарисовать так, как это рисуют все. Или и вот муравей. Пошла борода. Или стетоскоп. Вот борода. Может, это лук репчатый. Вот, типа волосы. Или снеговик. Или сова. Это борода! Это же борода. Получилось хорошо. Потому что в тот раз у нас вообще в 3D рисуем опять же. Может, в тот раз это у нас не получилось или нарисовать. Стол. Раз. Или шайба. Два. И вот здесь сэндвич. Или вылез. Торт. Сэндвич вылез. Или кровать. Вот еще один сэндвич. Может, вылез. Это плавательный это бассейн. Это тостер. Это же тостер. Ну, прекрасно. Луна. Ну-ка, есть и месяц нарисовать. Это же луна. Как ты угадала то, что я сверху начал? Опять Монгольфьер этот. Лангольер, смотри, рисую Лангольера. Может,
Это луна. Кто не смотрел этот мультик? Или арахис. Ой, фильм, точнее, старый Стивена Кинга. Посмотрите, здесь, короче, куча или зубов. Или цветок. Это не лангольфье, это лангольер. И вот, вот у них глаз или не медведь. Было, они вот так вот... Они вот такие или страшные дракон. Были. Вы, короче, загуглите или потом. Вентилятор. Это такие... Может, это такие штуки это летали, пожирали время, у них увы, так много зубов. У меня нет никаких идей. Делали вот так. Опять именинный торт, хорошо. Давай нарисуем коржи. Может, это коржевой торт. Коржевой торт. Или сэндвич. Вот сейчас ты сэндвич угадала, конечно. Это да, это гири. Вот пошли свечки. Я в замешательстве. Ну, вот это торт. Может, это сковорода. Это торт. Вот, вот на тарелке он, смотри. Да, конечно. Это же именинный торт. Чем отличается торт от именитого торта? Объясните мне, пожалуйста, в чем разница? Ну, да, но это мы понимаем. Это лангольфьер и мангольер. Давайте еще разочек будем. Значит, сковородка, это легко. Так. Может, так. Это ложка. Да, конечно, это сковорода. Бадминтон, блин. Паспорт. О, паспорт. Ну, это что-то вот может, такое. Может, это трамплин. Вот такое. Или квадрат. Здесь типа раз, два, три. Или здесь открытка. Раз, два, три. Здесь фотография. Или книга. И печать такая. Это же паспорт. Ну да, паспорт, ага. Радуга, ну это легко. Это вот так раз, это два. Же радуга. Черно-белая радуга. Труба, опять труба, 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 труба. Подожди, труба была. Труба была. А, ей надо музыкальную трубу, я помню. Может, это зубная щетка. Ей надо. Или кларнет. А, это же кларнет. А, тогда. Может, вот... это окружность. Или луна. Такая или труба ей нужна. Или слон. Вот здесь вот еще увы, пипки. У меня нет никаких. Фламинговый, идей. Фламинго, 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 фламинго. А, это вот такие вот ножки. Может, это тюрьма. Ножки. Или стремянка. А, тело. Огромное. Это же фламинговый. Это, конечно, ну конечно, фламинго. И будильник на последочек. Это легко. Это вот так. Может, раз, два. Это окружность. Раз, два. Это же будильник. Ну, блин, да, конечно же, это будет. Что ей не понравилось в моей трубе? Давайте смотреть. Ну, а я что рисовал? Ну, я первый раз такое нарисовал. Это вообще фонарик. Это вообще хрен знает что. Это вот то, что я нарисовал. Она, короче, я не считаю, что она правильно... Ее научили чему-то странному. Ну окей, пусть это будет так. Кто мы такие, чтобы спорить против нейросети QuickDraw? Да, ссылочку, как всегда, оставлю внизу описания. Подписывайтесь. Это классная игрушечка. Играйте, наслаждайтесь, рисуйте, учитесь рисовать. А пока подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочка внизу описания есть. Не забывай приводить друзей и подруг на канал. Пиши в комментарии свои игрушки для прохождения. Самое интересное мы обязательно пройдем. Все, ребят, с вами был Бояра, Каналья, и пока-пока.